А как ты ходишь делать? Я не знаю. Как у тебя? Не знаю. И я не знаю. Сейчас уняем. Сейчас будем унимать. Короче. Чтобы сделать такой лифт, надо его сделать. Тут все детали, в принципе, почти стоковые, за исключением вот этой дряни. Экстендотрона Бейсика. Так? Это дрянь из Magic Smoke Industries. Ну, еще, конечно, моя тут деталька есть. Как я ее назвал-то? Где она? Вот она. Нет, она. Не. Где она? Где? Да, да. Вон. Отставка. Ну, я в Unity сделал. Такая стеклянная, типа, стеклянная дрянь, которая открывается и закрывается. Ну, я ее, конечно, тоже отдам, но он и без нее работает, это так просто, для понтов. И вот это тоже, кстати. Это куполок. Ну, его тут не видно, ну хрен с ним. Вот. Больше тут нет ничего. Тут вот эта хрень. Эта хрень. Так, и все. Там больше нет ничего. Вот. Значит, вот этот вот экстендотрон, он по умолчанию выдвигается на 2,4 метра. И прописывается это в его конфиге вот здесь. Транслейт максимум. Вот вместо 79 000 здесь стоит 2,4. Открываете вот этот вот файлик part kfg и меняете вот это значение на нужное вам. У меня 79 000. Дальше идете на стартовую площадку. Так. Стоп. Сидит. Дальше идете на стартовую площадку и пытаетесь запустить лифт. Ну, перезагружаете игру, там тыры-пыры, в жопе дыры. Вот. Выставляете нужные параметры у этого самого экстендотрона. Здесь не посмотрю. Ну, я поставил там 500 на 100. Здесь 10 скоро сделаю. Зачем выходить из капсулы? Потому что если я сейчас запущу его, он уедет, а камера будет смотреть сюда. Тут надо либо его вытаскивать из капсулы, тогда камера на нем будет. Либо, значит, у меня есть беспилотный модуль еще. Вот он. Либо его тоже можно отсоединить, он приклеится к магниту, и камера на нем будет. Тогда увидите, как лифт едет. А так будете смотреть вот в эту вот зеленую хрень. Все время лифт уедет вверх без вас. Ну, понятно, КСП, да? Поэтому я вот так вот решил проблемку. Выхожу, так, переключаюсь на вот эту дрянь, запускаю и поехали. Все. И пока кербл здесь, тут можно делать, что хочешь, закрыть, открыть. И вот сейчас, хоп, видите, что происходит? Кербл вылетел из этой дряни на отметке 419 метров. Вот.
Почему это происходит? Сейчас расскажу. Как бы вы ни пытались его запустить, он все равно будет вылетать на 419 метрах. Сейчас он на 72 метрах. Если я его на землю опущу, он будет на 69 метрах. Если из 419 отнять 69, получится 350. То есть 350 метров. И дальше просчет физики заканчивается. Игра просто не хочет дальше просчитывать физику. Она говорит, идите в задницу, сами считайте. А я не буду. Я устала. Вдруг война, а я устала. Поэтому приходится обманывать ее. Обманывать ее надо так. Открываем геймдату. Находим модули Manager Physics. Открываем его любым текстовым редактором. Крутим колесико вниз. Так, сейчас я тут сверну маленько. Ты давай, двигайся. Ёшки, вот. Вот до этого вот нам Vessel Rangers нас интересует. Вот видите здесь 350, 350. Это как раз вот эти цифры. Я, к сожалению, не перевел, что значит ranges, но я так понимаю, что именно дальность отрисовки физики. И вот эти вот все 350 меняете на ту высоту, на которую хотите послать свой лифт. Значит, потом вот это вот, вот эти вот цифири, 2250, 2500. Вот 2500 это максимально возможная длина вашего крафта. Что это значит? Я построил крафт, который имеет длину 3000 метров. И запустил гулять по нему Кербала, грубо говоря. Но он, грубо говоря, на лифте поехал. И после отметки в 2500 метров крафт просто пропал. Он исчез, его нет. Ну, Кербал, естественно, полетел свободно гулять. Поэтому вот это вот значение, 2250, 2500, их тоже меняете на то же самое, что и поменяли вот эти 350. Ну, я сейчас покажу, как это выглядеть должно. Вот я лифт посылаю на 79 тысяч метров, а здесь пишу 80 тысяч. 80 тысяч, 80 тысяч, 80, 80, 80, 80, 80. Везде, кроме... Вот я не совсем понимаю, что такое unpack, но я это не менял. Я менял только вот эти вот первые три значения у всех параметров вот этих вот. Я не стал разбираться, какие именно надо менять. Pre-launch это предстартовая, я так понимаю. Landed это на земле. Splash это не знаю, что такое. Flying полет, orbit, орбита, суборбита, escaping, выход, не выход. Хрен знает что, короче. Еще тут есть еще один параметр. Я, к сожалению, не знаю, где он. Вот этот вот. Я его тоже на всякий случай поменял, потому что у него тут тоже было 2500. Но я так понимаю, что comnet qtimes well for backout max это что-то с сетью связано. Чё? Что? Не знаю, я, короче, тоже поменял на 80 000. Все. Дальше берете и вот этот вот модуль Manager Physics сохраняете вот в этой же папке. Вот. Только обзываете его чуть-чуть по-другому. Ну, вот у меня здесь модули Manager Physics есть, и модули Manager я обозвал 1-1 Physics. Все, в этой же папке. Можно в другой, неважно. Дело вот в чем. Если вы добавляете новую детальку, или ставите мод, или еще что-нибудь, вот этот модуль, модуль Manager, он перезаписывает, во-первых, вот этот вот файл,
config cache. А во-вторых, вот этот вот файл manager модули manager physics, он его перезаписывает на тот, который по умолчанию. Вот сейчас здесь стоит модули manager physics. Твои елки. Вот этот вот. Вот. Поэтому у меня кербаленыш вылетает. Еще раз проверим. Он вылетает, потому что вот, обратите внимание на счетчик 300. Оп, все, улетел. Берем и делаем так. Alt-F12, physics. И вот здесь вот game data, модули manager. Я указываю не модули manager, а модули manager 1. И нажимаю загрузить базу данных. Она не всегда срабатывает почему-то, поэтому лучше так несколько раз на нее потыкать, подержать. Ну и тут у меня электричества нет, на всякий случай так сделать можно. И проверяю еще раз. Может не сработать, кстати говоря. Ну, она срабатывает, но не с первого раза иногда. Сейчас проверим. Вот это сейчас не вылетит через крышу, значит, нормально все. Нет. Еще раз. Я не знаю, как это работает. Стал разбираться, честно говоря. То работает, то не работает. Загрузить базу данных, я не знаю, держать что ли надо вот так вот, я не знаю, нажать, держать, или два раза кликнуть, хрен знает, короче. С какого-нибудь раза получится. Все, получилось. Теперь он не вылетает. И теперь можно ехать спокойно на 80 тысяч метров. На 80 километров. Все. Теперь он поедет вообще без вопросов, безо всяких. Надо только вот здесь вот так сделать. Он не будет вылетать, не будет ничего делать. Ну, ходить здесь нежелательно, пока он едет, потому что он, если упадет, то он замерзнет, короче, на полу. Потом его замучаешься подымать с пола. В смысле, вот с этого пола. Поэтому лучше его оставить в покое, пока он едет. Вот он там катится, и пусть катится дальше. Вот закрой дверь, и все, едь себе, едь. Езжай на небо. Все, вот таким образом он доедет до... докуда надо. Можно остановить его по дороге. Чтобы остановить, надо переключиться на... вот так вот. Так вот, стоп нажать, и обратно переключиться, и он встанет. Вот он, короче, встал. Теперь можно вот, например, открыть вот эту дрянь. Можно даже купол открыть, ну ладно. И можно вот... вот он, видишь, упал. А, нет, ну здесь он встает. Бывает так, что упадет и лежит, как этот. Все, и можно гулять спокойно. Тра-та-та-тра-та-та-дра-та-та-та-та. Вот. Погуляли, поссали с высоты. Ништяк. Во, все, залип, вот, видишь? Все, я не могу его. Ты говно теперь не подымешь никакими способами, кроме вот этого. Вот этот его поднимает способ. Все, поэтому лучше вот так вот сюда подойти. Лучше вообще вот так вот взяться за поручни. Он как бы зависнет на них, и все. Все, закрыли. Так. Это тоже закрыли.
Поехали дальше. Чё? Чё? Господи. Чё-нибудь да придумают. А, ну, что-то не поехало дальше. Походу свалились. Ну, короче, смысл понятен. Ну да. Лифт уехал, а мы, короче, как обычно. Хоп. И там лифтик. Схитрим маленько. Или он уже еще выше уехал, нет? Где он? Короче, что-то пошло не так, ладно. Там все попадало, что-то. Что-то жужжит. Короче, ладно. Лифт, в принципе, работает достаточно надежно. Если вот резких движений не делать, ты не вывалишься. А в остальном, как говорится, извиняюсь. Всем пока.